Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Свадьба – это знаменательный день для жениха и для невесты. И для того, чтобы эта свадьба состоялась, родители жениха и невесты месяцами готовятся, дабы все получилось красиво и запоминающе. К сожалению, появляются те, которые портят красоту этой свадьбы, портят настроение родителям и всем гостям. И в большинстве случаев ими оказываются друзья жениха, которые хотят показать себя, хотят показать свою гордость, и этим самым нарушая все правила дорожного движения, правила безопасности. И когда им делаешь замечание, говоришь: брат, не нарушай, они приводят все к драке. Драка, которая сопровождается с матом, уважаемые друзья, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит: «Аль-муслиму, ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи». Мусульманин – это тот, от языка и рук которого сохранены другие мусульмане. А тот, который хочет решить проблему своей силой, знай, брат, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит: «Лайса шадиду бисурати, иннама шадиду ллады ямлику нафсаху индаль гадаби». Не является силен тот, который может кого-то выиграть или же перебороть. Силен тот, который может контролировать свой гнев и взять верх над ним. Уважаемые братья, до каких пор будет такое, что каждый раз нарушают и каждый раз извиняются? А ведь сказано же: мусульмане нас одной норы дважды не ужалят.